утром проснулись, собирались на работу, делали кофе, вот у нас кухня, я готовила кофе, услышали сильный свист. Я мужу говорю, мы стояли, как бы вот здесь вот у нас все вылетело, я мужу говорю, слушай, говорю, что-то сильно свистит, давай, я говорю, идем в предбанник, могу показать, мы спрятались в предбаннике, и потом все, честно, замедленная съемка, влетают окна, стекла, все полностью, разнесло весь дом. Ну, вы видели, где прилетело? Вот. Да, у вас стены прилетело нет, сзади. Да, получается? Да, да. Я стоял прямо вот здесь. Прямо вот здесь. Вот прямо вот здесь. Угу. Вот прямо вот здесь. Угу. То есть 5-6 метров. 100% разрушение. Угу. Ну, потому что разрушен фундамент, они определили. Стены вы видите, крыша полностью, водопровод, отопление. Ну, то есть все полопало, все погнуто, все течет. Мы перекрыли воду, то, что было в системе, оно стекло. Угу. А воду перекрыли, вот люк специально открыл. Угу. Поэтому такое.